По поводу ближайшего будущего в рекламной отрасли. Мне кажется, к сожалению, нас настигнет волна экономического кризиса до известной степени, поэтому первой жертвой кризиса всегда становятся рекламные бюджеты. Это негативное предсказание, но позитивное, что понадобятся хорошие идеи, чтобы эти деньги расходовать более качественно, более точно, с большим эффектом. Соответственно, будут востребованы хорошие креативные решения и, соответственно, отличные мозги агентства.